Гордума. Коротко о важном. Студия Анна Лапшина. Здравствуйте. Я приветствую нас в гостях. Данила Мамина, заместитель председателя Кировской городской думы. Здравствуйте, Даниил. Добрый день. Все меньше времени остается до празднования юбилея города. Основные юбилейные мероприятия, напомню, состоятся в сентябре. Но и в целом это лето богато на празднование Недавно мы отгуляли день города, ночь города. И сегодня хотелось бы поговорить о том, насколько Киров готов к торжествам внешне. Что сделано и сделано хорошо, а что еще необходимо подправить. И депутаты Кировской городской думы, разумеется, за тем, как как преображается наш город, тоже следят, что вам нравится из уже сделанного. Прежде всего, хочу отметить, что в этапе подготовки к юбилею города были приняты ряд документов, которые, скажем так, упрощают работы по приведению города в нормативное состояние, приведению в красивом виду. Да, это были приняты изменения в правилах внешнего благоустройства. Они были очень серьезные, и для принятия этих документов была проведена большая работа депутатским корпусом, администрацией города. Проводились обсуждения и с бизнесом, и с производителями рекламных конструкций. Ну и, конечно, со специалистами. Дизайнерами. Вот. И на итоге у нас получился документ, который сейчас достаточно четко, точно, не подразумевая никакого двусмысленного понимания, позволяет при необходимости изготовить вывеску либо другие средства нужной информации для размещения их на фасадах. Почему Вы... это важно сейчас? Потому что огромный объем работы по капитальным ремонтом фасадов домов в городе проходил, проходит и будет проходить. Мы видим это прямо на улицах. Но, ну, знаете, честно говоря, даже с моей точки зрения, как просто горожанина, я вижу, что многие дома, ну, особенно эпохи там послевоенной постройки, после капремонта они, конечно, заиграли совсем другим каким-то видом, может быть, более ярким, может быть, более строгим, но они стали гораздо более аккуратнее. Это отдельная заслуга тем, кто разработал и новую цветовую гамму. Как вы uh -huh. заметили, дома поменялись, да, то есть какие-то стали более яркие, какие-то стали более холодные, серые. И здесь прям вот очень хорошо отработаны, ну, практически везде элементы архитектурные, какие-то пилиастры, там, розочки, лепнина на фасадах, да, там какие-то призывы. Про исторические здания. Да, какие-то да? вещи. Ну, основной идет объем работы в историческом центре. Здесь у нас мы понимаем, вот на Октябрьском проспекте большой объем идет работы. Вот это приведением, наверное, в такой в более чистый вид самого бульвара октябрьского, ну с точки зрения наслаждения зеленых, и вот эти дома, приведенные в такой в очень аутентичный ау вид, в целом создает ну, красивую такую аллею, этот бульвар, который изначально был запланирован при создании города, при проектировании. Вот это очень радует на самом деле, uh -huh. потому что я очень верю в то, что дальнейшее развитие вот этого октябрьского бульвара Прям вот ну, напрашивается. Там обсуждался же вопрос его. Как вы его видите? Ну, да? я вижу, я, конечно, смотрю с точки зрения жителя больше, скажем так, пешехода, угу. хотя сам водитель, понятно. Вот, но верю, что вот эти зеленые островки в доступность, доступности, а тут целый бульвар это, конечно, такой ну, приют для пешеходов для людей, кто гуляет по городу. И здесь очень сильно, конечно, напрашивается история с длинным бульваром, имеющим минимальное количество пересечений. Да простят меня, водители. При грамотной организации и работе то есть светофорных объектов и каких-то разворотных зон, там угу. двух или трех, которых вполне, наверное, должно быть там, ну, три, наверное, получается, или четыре, вот, да, там, с учетом роста Люксембург, достаточно, чтобы комфортно и с заметным, я думаю, уменьшением пробок можно это дело организовать. А вот эти второстепенные улицы, пересекающие Октябрьский, конечно, лучше отдать бульвару, uh -huh. чтобы это были большие прогулочные зоны. Это Сейчас... ваша идея или это уже э, это... как-то обсуждается вы, в городской вы, вы меня спросили мое да? мнение, да? -да, -да, -да. да. но uh -huh. эта идея, она на самом деле не то, что прямо моя, но она напрашивается и не только там, в рамках одного-двух человек, это в целом мысленно несколько раз озвучивалось, я думаю, что это будет когда-нибудь реализовано. Это красиво. То есть это. более безопасно сделать пешеходную зону, чтобы пешеходам не приходилось каждый квартал, каждый 200 метров, там озираться, оглядываться, не поворачивает ли в это время машина, вы про это говорите. Да, совершенно верно, и там еще вопрос ведь другой, с точки зрения правил дорожного движения, там достаточно неоднозначный переход по бульварной части uh -huh. через вот эти улицы. Поэтому, конечно, здесь правильно было бы создать большую бульварную зону. Мамы с колясками гуляют в огромном количестве. Люди пожилые, да. да, да пожилые да. люди гуляют, и вот зачастую вот эти пересечения они не очень нужны. Но вот это касательно такой части развития города, верим, что это будет развиваться. Ну, а в целом, если мы Давайте говорим... Исторический центр сместим чуть-чуть да. исторического поселения. Здесь я что хочу сказать: конечно, когда мы принимали вот эти правила внешнего благоустройства, была большая волна критики: что ничего не поменяется, вроде бы так все останется отнюдь. На сегодняшний день, вот давайте будем честными и не будем себя обманывать. Любой из э, человек попав в исторический центр, mm -hmm. а как вариант я могу предложить взять, ну, условно, там, Яндекс Панорамы или там какие-то вот можно, где ну, можно. На, на, на каких-то сделать... ресурсах посмотреть, как это было раньше. Да, вот, есть же историческая uh -huh. линейка, там 2-3 года назад, все, одни и те же места. И вы очень четко увидите, что если мы говорим про вывески, они очень сильно поменялись в сторону того, что мы хотели от города увидеть. То есть это стали более аккуратные, чистенькие, соразмерные объекты, которые не не алеповатые, не конечно, в глаза, конечно, да, они У -у -у. уже являются в том числе и украшением многих фасадов, потому что тут уже дизайнеры понимают тот строгость требований и У -у -у. уже по-другому относятся к выполнению своей работы, своих задач. И я так могу сказать, что многим из них это нравится. Потому что, когда получается действительно хорошая вещь, ты понимаешь, что ты не зря потратил ни свое время, ни там, деньги заказчика. Поэтому вот мы видим фасады домов с новыми вывесками, и считаю, что вот эта работа на протяжении года, которая была проведена и Думой, и комиссией, и администрацией города, она прошла не зря. Это вот прямо на глазах. В следующем году, с 2025 года эти требования вступают уже в силу на всей территории города. Сейчас просто мы говорим про, про, про историческое про, про, про поселение. Про часть, да, там на две зоны делится город, и дальше будем работать в этом направлении. Конечно, вопрос контроля, конечно, вопрос приведения в соответствие многих объектов, но я думаю, что так как работа началась, и вот знаете, этот принцип в городе, когда создается какой-то очень красивый, аккуратный, качественно сделанный объект, пускай небольшой, он начинает распространять свое вот это вот свою красоту в стороны, потому что те, кто сбоку находятся... Флюиды некрасив... такие, конечно, расходятся, да? Конечно. Те, кто находятся сбоку, и они некрасивые, они начинают чувствовать, что что-то у них не так. И они сами вынуждены себя приводить... Как-то не выигрышно мы смотримся на фоне соседа, да? Совершенно верно. И вот я считаю, что в целом в благоустройстве города, в формировании общественных пространств, очень важно вот этот принцип соблюдать. То есть сделать какие-то, пускай небольшие фрагменты, но прямо качественно, чтобы это было на уровне лучших образцов. Чтобы соседи позавидовали. И сделать Хорошо, мы та, да. сделали так. Как положено. Это вот история работает, я прямо вижу, и э, я думаю, что нужно и в остальных сферах придерживаться этого же правила. То есть, это теория разбитых окон наоборот, получается. Совершенно да? верно. Это теория освещенных детских площадок, я бы так сказал. Да, то есть, на есть, которых когда... не хочется ни мусорить, ни хулиганить. На которых, да, там сидят мамы с колясками, гуляют, там дети играют, и там уже выпить там, лишнюю бутылку пива и где-то тут расколотить уже, как бы, ну угу. просто ни рука не поднимется, но никто и не даст. Даниил, хотела спросить: мы помним, да, что очень долго обсуждалась вся вот эта история с изменениями в правилах внешнего благоустройства много было действительно вопросов от бизнеса я помню тогда говорилось о том что все равно время от времени бизнес вывески меняет да безусловно тут вопрос ведь какой вывеска она живет там от 5 до 7 лет будем uh -huh. вот так говорить объективно материалы конструктивно изменены, но и внешний вид в том числе потому что не даром есть такое понятие как ребрендинг допустим сейчас например там одна из торговых сетей в городе наших проводит ребрендинг свой мы видим новые вывески у них они свежие они похожи на предыдущие но они свеженькие аккуратненькие легенькие и даже Человек, любой покупатель смотрит на обновление любого бизнеса, вид понимает, что бизнес живет. Когда мы видим старую, обещавшую там уже годами, там десятилетиями, висевший какой-то объект на фасаде, мы даже не знаем, работает магазин или нет. Uh -huh. даже, что это такое вообще? А когда. За этим следят, это прежде всего говорит и об отношении к клиенту. То есть это клиентоориентированная история, а ребрендинг это не для бизнеса, это для клиента всегда. Угу. Чуть -чуть. То есть, вот этот был вопрос, да? Дайте время немножко. Вопрос: дайте время. Ну, это нормальная ситуация, тут все все понимают. Но есть вопросы организационного характера, там связанные с согласованием вывесок, угу. в том числе. Но мы понимаем, что вот на сегодняшний день согласование вывесок не требуется. Поэтому, если вывеска выполнена в соответствии с требованиями правил внешнего благоустройства, то она размещается, и все. Раньше были уведомления, согласования сейчас этого нет. Но это мы не говорим про рекламные конструкции, это отдельная история. Есть деление между рекламой и вывесками, тут нужно понимать, и рекламные конструкции уже все требуют согласования в городской рекламе. Угу. Рекламные конструкции, для примера, это что? Это билборды? Это, и... это билборды, угу. это, ну, это могут быть какие-то там большие рекламные афиши. Вывеска информирует о месте расположения объекта, а реклама она дополнительная Она предлагает какую-то услугу, рекламирует ту или товар или услугу, да, угу. то есть на при... суть рекламы призвать человека сделать что-то. Если это появляется, эта история, то это реклама. То есть даже Допустим, если на то пошло в висящие в окнах, у нас сегодня скидка 28 процентов. Приходите к нам сюда, это реклама. Ну, то есть, вот эти вещи нужно понимать. Но к вывескам, да, к, то, что находится на фасадах домов, они согласования не требуют. Нужно просто внимательно изучить документацию, ну и, наверное, обращаться к компаниям, которые понимают, что они делают и отвечают за соответствие требованиям. Есть удачные примеры: вот мы можем прямо перечислить, которые вам нравятся. Ну, мне нравится ребрендинг. Даже не ребрендинг, скажем так, да, а заменили типологию вывесок сетевые магазины всех uh -huh. городов, которые... Uh -huh. Федеральные Пр сети. Мы Продуктовые мы Продуктовые, там, да, остальные, они заменили типологию вывесок со старых, которые вот не соответствовали требованиям, uh -huh. на новые. Это заметно. Историческая часть поселения нашего города, да, она, историческое поселение, она, конечно, в процентах 80 уже обновилась. Uh -huh. вот по улице Ленина пройдите, по улице Спаская в пешеходной части. Душа радуется, что и дома открылись, задышал ли фасады, uh -huh. да именно в том формате, в котором их и видел их создатель архитектор Про затраты, то, что речь поднималась изначально, была спорная ситуация у бизнеса. Но здесь очень просто на математике мы считаем, что небольшие вывески, аккуратные, как все одинаковые, условно говоря, по размерам, да, отдельными буквами, -то вот к чему мы стремились все это время, стоят дешевле, чем большой световой короб, потому что затрата, одна из больших частей, это, собственно говоря, кластеры светодиодные, которые у -у -у. там работают. Здесь площадь их там в 4 раза меньше. Ну, то есть, соответственно, как бы и нагрузка... Чем 맞아요. меньше вывеска, тем дешевле. Но вывеска, она, это как раз не реклама, да, то есть она обозначает местоположение. В период, когда реклама была вот, уличных фасадов, занимала... Оно уже прошло. Клиенты сейчас привлекаются через социальные сети, да, там через какие-то другие там истории вовлечения. Надеяться, что человек проходящий там на трафике и зайдет случайно в магазин, но это достаточно угу. такая. Ну, на то, это чаще, надеяться чаще не стоит. всего люди уже знают, куда идут. Да, и нужно просто указать, что это находится здесь. Вот тут. Все, угу. Да, то есть именно источник вовлечения он находится за пределами вывесок. Еще один вопрос. Депутаты городской думы как-то контролируют организованно это. То есть понятно, что каждый, наверное, гуляет по городу человек, он видит что-то. Значит, да, отвечу на. Вопрос. Есть ли у вас э, какие-то выезды организованы? Ну, вообще, каждый депутат, по большому счету, ну, я по своему округу скажу, угу. я там раз в неделю в свой округ обхожу пешком или обещаю на велосипеде. Ну, не на машине имеется в виду. Нет, категорически угу. нет, конечно. Просто у меня округ, к счастью, не такой большой, и я могу его там. У Обойти у меня... пешком. Ну, пешком я скажу так, у меня 4 часа 40 минут занимает пешком, один час где-то час сорок, час пятьдесят на велосипеде. Угу. Ну, то есть объехать это все. То есть вот, практически каждый дом. И мы с этим смотрим. В прошлом году была поставлена задача всем депутатам обойти свои округа и посмотреть все нарушения, которые существуют на территории. Угу. То есть это и тротуары, это и дороги, это и соблюдение правил внешнего благоустройства. По итогам этой работы каждый депутат представил сводную таблицу и на основании вот этих пожеланий и предложений прямо четко были сформулированы объемы работ, которые в 2024 году и были в том числе проведены. Вот таким образом как раз отдельная благодарность, что по итогам нашей работы совместно с жителями, потому что они обращаются, мы же uh -huh, с ними общаемся uh -huh. постоянно. Был включен в план работы на моем округе вот улица Горького, от Московской до Воровского и сейчас там прямо. Это были самые страшные тротуары в городе вообще. Uh -huh. вот на участке от Московской до Герцена там просто была страшная история. Ну, там, no, там, там не так много, да, жилой застройки. Там, застройки да. там трафик большой. Большой трафик. Там, трафик там же Джимол в центре находится. Ну, да. И туда все идут. Ну, я даже прямо указал, что в рамках юбилейных мероприятий будет большой трафик пешеходный. Скорее всего, все равно люди идут uh -huh. в центр. Uh -huh. Ну, как вот там, все равно заходят. Вот, а там у нас ну, ногу сломать можно было. А сейчас прекрасные тротуары Сделаны газоны, все как положено. Тут сделали недавно. Буквально на днях мы смотрели гидропосев. Вот сейчас ждем, что все это взойдет краси красиво трава. взойдет. Да, то есть за этим следим. Я прямо даже общался непосредственно с работниками, кто просто по-человечески угу, мужики, угу. Говорю, сделайте по-хорошему. Ну, вот подарок городу делаем, подарок жителям. Послушайте, постарались, тротуары, на мой взгляд, вот сейчас у нас там идеальные, лучше тротуары в городе. Такие же есть, лучше, я думаю. Нет. Еще одна важная часть, наверное, городского благоустройства, это озеленение, появление там новых вот этих конструкций, которые у нас сейчас есть на центральных улицах, это контейнерное озеленение. Кому-то нравится, кому-то не очень. Кто-то говорит, что, слава Богу, хоть так появилось, раз уж мы не можем большие деревья сажать, да, что пусть у нас будут хотя бы в катках эти деревья. Кто-то говорит, что это не очень хорошо, и лучше бы как-то продумать вопрос и посадить нормальные деревья, большие. Ну вот по этому поводу у меня, я сам садовод такой последние там несколько десятков лет, наверное, уже, да. Многие вопросы, связанные с озеленением, для меня близки, потому что, особенно что касательно цветов. Тут дело в чем? Нужно понимать, что на улицах города практически везде сейчас в в центре. Особенно нет места для высадки новых деревьев. Там лежат сети. Размещать деревья на сетях Невозможно. нельзя, запрещено. И вынести сети некуда. И вынести земли, сети да. в центр улицы ну, тоже как бы не получается. Поэтому единственным решением, которое объективно ну, объективно существует, это контейнерное озеленение. Вопрос, самый главный для контейнерного озеленения, это его обслуживание. Объем, конечно, огромный сейчас. В юбилейный год у нас озеленение на дорогах. Глазу это все равно приятнее, чем нет ничего. Угу. Вот, но здесь вопрос содержания очень важный. Я вижу, прям по по утром бывает в 6 утра, там в 7 утра ездят, там, машины поливают это все. Серьезно, поливают? Конечно, ты, да, да прямо. КамАЗ едет с цистерной. вот я Утром часто наблюдаю. Такая больная тема. Посадить это одно, угу. высадить, а вот содержать это страшная история. Поэтому очень поддерживаю решение, которое было принято отделом зеленого строительства у нас. Это так называемые гидровазоны. Есть такие конструкции, где вода заливается и она там... Находится на... внутри, да, на... в поддоне. Хватает на гораздо угу. больше угу. промежуток времени. Это правильное решение. Я считаю, что все объекты, которые размещаются по зелени, должны быть оборудованы либо автономным поливом, при необходимости. И это нужно вообще проектировать на этапе проектирования улиц сейчас. Да, угу, допустим, потому угу. что мы, если есть там какая-то серьезная реконструкция, нужно закладывать вопросы автоматического полива. Потому что ну, последние 3-4-5 лет показали, что погода становится жарче. Угу. В такую погоду цветы там, и вот вся эта красота живет без полива там 2-3 дня потом требует либо шокового восстановления, либо замены. Ну, вот как есть. Ибо Поэтому это либо. необходимо. И радует, что появились разные формы озеленения, да? ну контейнерные, разные формы, собственно, самих вазонов. Город оживает, и оживает не однотипно, а именно разносторонне. Угу. Поэтому я всеми руками за озеленение, за улучшение его и за его разнообразие. Как вам Под... клумбы? Клум... Юбилейные клумбы. Клумбы юбилейные. Ну, слушайте, красиво, но единственное, что вот я по этому поводу уже внимание обращал, многие фрагменты клумб, они смотрятся красиво сверху. Там 650 мы видим только сверху. Вот и я бы, конечно, здесь, ну с точки зрения там дизайна и благоустройства пространства, объекты, которые вот где клумбы требуются, их можно выносить в объем, то есть э, поднимать немножко над поверхностью тротуара, uh -huh, uh -huh. да, и делать такие небольшие холмики, где клумбы бы работали только вверх, но и в стороны. Пешеход мог увидеть. Конечно, там, что там нарисовано? Мы же делаем все для пешехода, мы же делаем для людей, которые ходят по городу, которые все это видят. Вот поэтому тут требуется, наверное, дальнейшего развития этого направления. Но я думаю, что там год два-три мы к этому до конца уже осознаем и будем угу. современной практики применять я что хочу заметить чем хороший юбилейный год не тем что к юбилею нужно все сделать отнюдь юбилейный год для нас это триггер развития такой определенный да он переключает нас на новые мышления дает новый такой скажем так старт тем изменениям которые мы можем сделать и дает повод задуматься справиться и в дальнейшем уже реализовывать новые программы, новые проекты. Конечно, объем работы огромный, но я думаю, что это хорошо, потому что люди научились работать в таком режиме. То есть это вот самое главное, потому что юбилей города еще раз не заканчивается, а как раз, скажем так, это начало новых каких-то изменений, на что очень хочется надеяться. В следующем году можно продолжать и развиваться. Конечно, конечно. Внесли какие-то комментарии, поправки, ну, понятно, специфика каждого города своя есть. То есть и вопросы обслуживания, и людей нужно учить, ну, объективно, да, но это все равно шаг вперед. Я думаю, что это большой шаг вперед. Ну, ты первый шаг в длинной, красивой, интересной дороге. Ну что ж, будем надеяться на то, что все получится. Спасибо большое Даниилу Мамину, заместителю председателя Кировской городской думы. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. Гордума. Коротко о важном.